животные, как люди. И нам их доброта нужна, чем без добра мы будем. Я верю в будущее светлой планеты. Не будет бомб, оружия и войны. И будут люди добротой согреты, одной единой, милой нам стороны. На опушке под сосной теремок стоял пустой. Мимо зверей пробегали, теремочек увидали. Тук-тук-тук, скажите мне, кто хозяин в теремке? Я шагаю по лужайке, великан в сусах и майке. Вся зеленая страна, да это малая страна, вся кругом заселена. Скажи, а какая у тебя самая любимая глиняная игрушка, которую ты сделала здесь в студии? Ангелочек тебе нравится. Какие желания есть? Как, что бы ты еще хотела слепить? Скажи, пожалуйста, а когда ты пришел сюда в студию заниматься? Вот сколько ты уже занимаешься? Наверное, уже месяца три. Месяца три. Ты недавно пришел. Ну, скажи вот честно, тебе сложно лепить из глины? Немного, да. Немного, да. Ну, скажи, а что вот за это время ты слепил такое, что тебе очень понравилось, что ты прям гордишься сам собой? Наверное, танк. Танк, да? Но это он у тебя был, наверное, приурочен к Дню Победы. Какие у тебя планы на лето? Мама с папой хотели поехать в Алмату. Очень здорово. Ты, пожалуйста, там все смотри внимательно, а потом приедешь. Ты же придешь в сентябре на занятия? Да. Екатерина Дмитриевна. Ты тогда приди и какие-то поделки, чтобы там было обязательно достопримечательность Алматы. Хорошо? Дорогие наши дети, я поздравляю вас с окончанием учебного года. Желаю вам хорошо провести эти летние каникулы, почаще вспоминать наши уроки, сколько мы проводили, много конкурсов, узнавали много интересного и много очень нового. Жду вас с нетерпением на занятиях. Я хочу вам подарить яркое и веселое летнее настроение.